Здравствуйте, друзья! Итак, на садовом участке изготавливаем забор из поддонов. На пилораме взял, купил бревна, брус, сердцевина, сотку. Обрабатываем маслом, отработкой. Обработал нижнюю часть, где-нибудь, наверное, с полметра, обрабатываем битумной мастикой, лаком битумным. Получается, вот так получается, закопал, вкопал. Вот, ряд. Там ворота будут, калитка. Тут поддоны. С поддонов хочу попробовать сделать. Но часть по периметру-то сделаю сеткой. Поддонов не хватит.